Итак, мы приехали с Джейсоном на второй холодильник. Холодильник Frigidaire. Вот так вот он выглядит. Вот такая здоровая махина. Это не фризер, нет? Это фризер. Это даже фризер, ребята. Смотрите, вот Джейсон тут уже одел писан клав. Ух ты, какой маленький. Слушай. И что, тут компрессор умер? А? Тут что, компрессор умер, что ли? Но тут компрессор умер? Умер, да. Откуда ты знаешь? Ну, почему ты так решил? Отключается. А, выключается компрессор? Да. Выключается при больших давлениях. Так, мы все подготовили. Значит, решили менять компрессор все-таки. Потому что как-то все странно идет. Вот. Сейчас Джейсон будет второй раз вываривать трубку. Ага. Джейсон уже на опыте, да? Да, уже на опыте. Уже профессионал. Типа. Так, грей именно трубку компрессора, да. Потому что трубку компрессора не жалко. Да, пшик такой был, потому что там еще остатки крона было. Шов, прогрей, шов. Что? Ну шов, грей, шов. Где сам припой. О, да, да, давай. Не пошел, вытаскивай. Так, ну что, все. Джейсон справился с задачей, он выварил две трубки. А теперь нам нужно вот эти выкрутить болты, вытащить компрессор, установить новый, обратно вот эти трубки варить. Вот, залить фреон, и все. Одеваем вот такую здоровую длинную насадку. И выкручиваем болтами. Раз болтик. Все, аккуратненько выкручиваем, чтобы вот главное не сломать эту капиллярку. Что-то болт у нас подзастрял. Переходим к радикальным мерам. Ты думаешь, так получится? Надо, знаешь, такой трещоткой. Крык-крык. Сейчас просто в машине просто. Ну, ты так не схватишь, наверное, сильно. Трещотка самая лучшая. Да. Вот Джейсон принес целый набор инструментов. И сейчас будем... А говоришь, бедный техник. Смотрите, как у тебя тут туса. Так. Ну, в общем, короче, идею вы поняли, да? Вы выкручиваем все четыре болта, как угодно. Мне кажется, может, тебе лучше сорвать там, ну, как бы их сорвать, а потом вот этой, как ты первый раз делал. Вот, смотри, вот она у меня вот. Ну так, да. Отлично. Надо было еще проверить, на самом деле, компрессор тот ли по размеру там. Прикинь, там больше, кажется. Будет неприятно будет. Но я надеюсь, такого не будет. Я тоже надеюсь, такого не будет. Ну, откроешь, может, посмотришь. Так, ну вот, короче, мы вытащили старый компрессор. Сейчас Джейсон будет заваривать трубку. А когда будешь уже эту прикладывать, это немножко подальше, чтобы она не сдувала припой. Куба? Ну, чтобы припой не сдувала потом, когда разогреешь. А то припой сдувать будет. Ну, я еще так. Во-во-во. Во-во-во-во-во. А, вот так вот, вот. Вот так все пойдет, все. И капелька внизу должна быть. Ну что, друзья, вот мы и заварили компрессор. Сейчас мы его вакуумируем.
Вот, зальем фреон, и на этом все. Вот, мы желаем вам хорошего настроения, не болейте. Вот, завтра у нас понедельник, новый рабочий день. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С вами был канал Михаил Олег Стартап, компания First Appliance Repair. Если вы хотите работать так же, как мы, оставляйте свои заявки. И до скорой встречи. Пока-пока.